Детская поликлиника на Александра Невского будет располагаться в жилом доме на двух этажах и занимать площадь 1200 квадратных метров. Учреждение сможет обслуживать 10 тысяч детей. Планируемая численность проживающих в микрорайоне всего 15 тысяч, так что медучреждение рассчитано на перспективу. Денег в бюджете на выкуп помещений не заложено, однако министр финансов уверена, их удастся найти. Воспользоваться в части оборудования, уже воспользоваться той программой по модернизации первичного звена здравоохранения, которую сейчас федеральный бюджет нам в этом году выделяет, может еще и дополнительно обратиться к федеральной помощи, чтобы увеличили объемы по этой программе. Вот. Что касается приобретений, наверное, тут вот варианты два. Либо мы говорим о долгосрочной аренде, просто аренде, то есть обычной аренде по рыночной стоимости, либо говорим о тоже, возможно, долгосрочной аренде, но уже с правом окончательного выкупа. На выкуп требуется 86 миллионов, на оснащение поликлиники еще 29. Общая цена вопроса 115 миллионов рублей. Сумма немалая, но для региона посильная. Кадровый вопрос для новой детской поликлиники тоже в общих чертах решен. Есть желающие работать, есть и принятые врачи. Осталось только достроить. После лицензирования открыть ее будет несложно. Со всеми специалистами достигнута договоренность. Укомплектованность с врачами-педиатрами сейчас 100%, то есть если они приходят сюда на работу. Вот, плюс у нас сейчас в секретном отпуске находится врач-хирург детский, она готова выйти на работу, то есть ребенок уже по возрасту выйдет. Вот, рентгенолог, два молодых специалиста есть у нас, теперь определимся. Я думаю, что с кадрами проблем не будет здесь. Однако нельзя забывать и о других проектах, которые требуют завершения. Кроме новой поликлиники, есть уже работающие, которые требуют ремонта и обновления оборудования. Они не забыты, деньги выделены, траты на следующий год запланированы. Выделяем на ее основную базу, на Льва Толстого, на 21 год 28, да, и на 22 год 25. То есть в общей сложности получается 56 миллионов мы тебе выделяем, и ты начинаешь приводить все в идеальные состояния. Проект уже к концу декабря обещает быть готов. То есть Льва Толстого, наша главная городская поликлиника для детей будет с иголочкой. Строительство новой поликлиники и ремонт в уже имеющихся идет в рамках реализации национального проекта здравоохранения, инициированным президентом России Владимиром Путиным. Павел Половов, Александр Кудряшов, новости Улправды ТВ.